Анонс и точная дата выхода с 16 по 18 серию нового сериала на телеканале «Украина. Незакрытая мишень». Новые серии сериала выйдут в эфир на телеканале «Украина» уже 15 марта. В новых сериях мы увидим лидера украинской биатлонной сборной Катю Горенко, которая готовится к чемпионату мира, а также подает большие надежды завоевать желаемое золото, как для себя, так и для всей страны. Однако в один миг все надежды оказались под большим вопросом, ведь спортсменка оказалась в центре допингового скандала, который может поставить конец ее карьере. Кроме этого, на фоне вылезает еще одна трагическая история десятилетней давности. Парень по имени Игорь обвиняет Катю в смерти отца и готовится отомстить ей за это. Оказывается, все это время он вынашивал план мести и теперь готов на все. Напомним, с 16 по 18 серию сериала продолжат выходить на телеканале «Украина» 15 марта. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.